клуб Family City был открыт в январе 2017-го. Сегодня в числе его активных участниц 20 многодетных мам областного центра Брещины. Именно их вместе с мужьями и малышами пригласили на концерт, посвященный 8 марта его организаторы. Клуб наш функционирует с 12 января 2017 года. У нас стартовал наш такой пробный проект. На данный момент времени наши мамы освоили 4 направления. Это физическая активность, креативное рукоделие, психологическое здоровье и эстетическая красота. Вообще основная цель нашего клуба заключается в том, чтобы объединить мам, дать им возможность какой-то социальной передышки, пока детки находятся дома, научить чему-то новому, ну и помочь восстановить свои физические силы и способности, и форму после родов. Глядя на очаровательных молодых женщин, которые собрались в зале, сложно поверить, что они мамы, воспитывающие троих и более детей. Вероятнее всего, секрет красоты кроется в отношении к жизни. По собственному признанию, они ведут активный и интересный образ жизни, имеют не одно хобби и стараются найти время для себя. Очень приятно. Всем хочется сказать спасибо всем организаторам за такую проделанную работу. Всем спасибо, кто принимает участие в этой всей работе. И, конечно же, очень радует, что есть возможность в свободную минутку развиваться физически, духовно, морально, и есть возможность познакомиться с новыми людьми. В праздничную программу входил концерт, активное участие в котором принял Брестский областной лицей, а также сладкий стол и специальное игровое отделение для детей. По мнению организаторов, для мам, которые сидят дома с маленькими детьми, такие выходы в свет просто необходимы, чтобы найти друзей, пообщаться и зарядиться позитивными эмоциями.